Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Валекса, и сегодня мы с вами начинаем новый цикл гаданий «Гадания на маятнике». Впереди у нас с вами День влюбленных, 14 февраля. Так почему бы нам при помощи маятника не заглянуть в будущее и не загадать на человека, а по поводу его подарка, может быть, возможного, отношения, романтического вечера, ну и все, всякое такое. Вопросы у меня подготовлены, а ваша задача сейчас – загадать человека. Неважно, мужчина вы или женщина, загадывайте себе человека, от которого вы ожидаете поздравления на День влюбленных, от которого вы ожидаете подарков на День влюбленных, а мы будем задавать вопросы маятнику. Сразу скажу, что вопрос, ответ маятника круговым движением. Вот я специально взяла тарелочку, чтобы вам лучше было видно, как двигается маятник, да? Маятник круговым движением дает положительный ответ, а маятник движением вправо-влево или взад-вперед дает отрицательный ответ. Итак, надеюсь, вы уже загадали себе человека. Я тоже. Итак, первый вопрос. Маятник устанавливаем в неподвижном положении и задаем вопрос. Поздравит ли загаданный человек меня с 14 февраля, с Днем влюбленных? Поздравит ли загадываемый человек меня? И вот видите, я не успела второй раз повторить вопрос, а маятник начал бегать по кругу. Это значит, что загадываемый человек вас обязательно поздравит с днем 14 февраля. Давайте усложним вопрос. Это будет просто сообщение? Поздравление будет выглядеть как сообщение? И маятник говорит «нет». Соответственно, задаем вопрос. Подарит ли мне, так, устанавливаем, подарит ли мне загаданный человек на 14 февраля подарок? Подарит ли мне загаданный человек на 14 февраля подарок? И ответ однозначно положительный. Так, мы узнали, что загаданный человек вас обязательно поздравит с Днем всех влюбленных и обязательно подарит вам подарок. То есть это будет не просто сообщение. Хорошо, давайте копать глубже. Будет ли у нас романтический вечер? Будет ли с загаданным человеком романтический вечер? Романтический ужин 14 февраля. Будет ли с загаданным человеком романтический ужин 14 февраля? Будет ли с загаданным человеком романтический ужин 14 февраля? И маятник говорит нет. Ну, видимо, в целях экономии загаданный человек просто подарит вам подарок и не будет романтического ужина. Но мы можем спросить про интим, правда? Будет ли с загаданным человеком интим 14 февраля? Будет ли с загаданным человеком интимная встреча? И маятник сразу откликается ответом «да». Ну что ж, друзья мои, осталось задать последний вопрос. Конечно же, когда всем интересно знать, любит ли вас загаданный человек. Давайте еще раз подумайте о том человеке, которого вы загадали, и задаем маятнику вопрос. Любит ли вас загаданный человек? Любит ли вас загаданный человек? Любит ли вас загаданный человек?
И ответ однозначно «да». Правда, после некого колебания. Любит ли вас загаданный человек? И маятник ответил «да». Друзья, если у вас будут какие-то интересные темы или вопросы к маятнику, пожалуйста, задавайте. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, и если вам не трудно, написать комментарий. Пока-пока!